Доброе утро всем. Я вот чередую бег в лесу, там, по горкам и на стадионе. То есть сегодня такой легкий бег, восстановительный бег. Занимайтесь спортом. Доброе утро, ассаламу алейкум всем. Мы вышли на зарядку, как всегда, чуть-чуть опоздали, не из-за нас, там у нас были форс-мажор какой-то был, а так все нормально. Продолжаем. Показываю упражнение, два упражнения, которые очень хорошо помогают, у кого болят плечи. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Сегодня у нас вместо бега будет кардио, но дрилс такой маленький. 2 минуты работаем, 30 минут отдыхаем. По 30 секунд смена на станциях, степ и канат. В следующем покажем как. Мы сделали 6 раундов по 2 минуты, 30 секунд степ, 30 секунд канат, 2 минуты работы, минуты отдых. Я вроде устал, попробуйте вы, может тоже устанете. Вот это тоже одно из моих любимых упражнений для плеч. Смог. Вот, загрузил штангу. Сейчас, как думаете, сделаю? Я, поддержите меня.